Эти люди четко и грамотно разбираются в тонкостях работы. Эти люди любят действовать в команде. Никогда не подавляют мнение остальных людей. Становятся для второй половины опорой и поддержкой. Они отличаются самостоятельством и лидерством. Часто становятся грамотными педагогами и учеными. Они следят за своим внешним видом, ярко одеваются. Это активные и самостоятельные личности. Зачастую они ведут привычный для них образ жизни. Профессионально грамотные и начитанные личности выплескивают энергию в то время, когда это допустимо. Они быстро приспосабливаются к новым ситуациям. Они делают все на показ и нуждаются в одобрении. Они обладают талантом убеждать, отказать им сложно. Считают правильными свои идеи и принципы. Постоянно находятся в поисках хобби или личного дела. Их притягивает опасность. Они любят рисковать. Они чувствуют себя комфортно рядом с электроникой. Это профессионально грамотные и начитанные личности. Они не склонны выделять фаворитов или любимчиков. Это страстные и душевные личности. Деньги для них выступают мощным стимулом для развития. Среди них мало одиночек. Люди сами тянутся к ним. Эти люди всегда находятся в гуще событий. Ними не бывает грустно. Не любят перемены и авантюрные решения. Желают достичь высокого социального положения. Людям нравится их живой и пытливый ум. Они способны стать профессионалами своего дела. Неравнодушны к роскоши, комфорту и богатству. Их привлекают статность и социальный статус. Всегда готовы помочь или поддержать в трудную минуту. Увлекаются политикой, благими делами, целительством. Они долго, но правильно думают перед принятием решения. Это целостные и стабильные личности, живут по распорядку. Редко меняют виды деятельности и должности. Они легко справляются с поставленными задачами. Они гостеприимны и ласковы к гостям и семье. Им всегда хватает сил избавиться от соперников. Заранее планируют задачи, инновационные личности. Это умные, обходительные и свободолюбивые личности. Они уверены в себе и своих силах, целеустремлены. Это любопытные, находчивые и целеустремленные личности. Это самодостаточные, властные и волевые личности. Готовы бескорыстно помогать близким и незнакомцам. Харизма делает их популярными среди окружающих людей. Умеют налаживать контакты во благо семьи и друзей. В любых ситуациях сохраняют невозмутимый и холодный вид. Часто вступают в брак в раннем возрасте. Дети у них всегда рождаются желанными и неповторимыми. Они не терпят любого подавления индивидуальности. Добиваются признания в области науки и техники. Они привыкли получать свое и редко принимают отказы. Невзгоды закаляют этих людей и делают мудрее. Для создания семьи выбирают похожего на себя человека. Они умеют делать широкие жесты. Эти люди трудоголики, много времени уделяют работе. Интуитивный склад ума адаптируется в любой ситуации. Эти люди имеют от природы крепкое здоровье. Они уверены в себе и своих целях. Это упорные, сильные личности с развитым интеллектом. Они сдержаны, строги, но при этом обаятельны. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. Это решительные, изобретательные личности. Это дисциплинированные, немногословные и приятные люди. Они четко и размеренно принимают решения. Они имеют аналитические способности и развитую интуицию. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. Они любят красоту, уделяют время своему внешнему виду. Иногда проявляют чувствительность, помогают семье. Легко добиваются поставленных целей и реализуют амбиции. Требуют от партнера взаимности и уважения. В отношениях они нежны и надежны. У этих людей мало фальши, лжи и предательства. Это самоуверенные и целеустремленные личности. Вдумчивые, трудолюбивые и восприимчивые личности. Это ответственные подчиненные и честные руководители. При рождении они получают много талантов и способностей. Эти люди не лишены внутренних комплексов и страхов. Имеют развитую интуицию, богатое воображение. Они любят быть на виду и играть на публику. Они стремятся к стабильности и гармонии в отношениях. Эти люди добиваются успеха в карьере и достигают поставленных высот. Они умеют создавать особую атмосферу счастья. Из них получаются также успешные психоаналитики. Такие люди обречены на блестящую карьеру, большие доходы. Они приносят пользу всем окружающим людям. Стараются избегать конфликтов, сглаживают ситуацию. Они не доверяют всем без разбора, доверяют
служат только избранным. Это яркие, обворожительные и педантичные личности. Это интеллигентные и утонченные личности. Эти люди любят комплименты и ухаживание. Они служат образцом красоты и изящества во всем. В юности им редко удается распознать истинную любовь. В коллективе с ними не скучно, интересные собеседники, обожают дарить подарки и делать широкие жесты. Они умеют вести себя в обществе, знают правила этикета. Это веселые и оптимистичные личности. Эти люди любят проводить время в путешествиях и общении. Работа у них часто стоит на первом месте в жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.